Всем привет, дорогие друзья! С вами команда Detol, мы продолжаем играть в Brawl Stars! Если хочешь первым смотреть наше видео, подпишись на канал, нажми на колокольчик и будь первым! Всем привет, дорогие друзья, и сегодня мы поиграем в бой с боссом с нашим подписчиком Стоксом. А кто хочет поиграть с командой Detol, срочно поставьте лайк, поделитесь этим видео со своими друзьями и в комментариях напишите свой ник, и мы рандомным образом выберем счастливчика для следующего видосика. О, смотрите, Стокс пишет, ребят, ставьте лайки и подписывайтесь. Четко. Да, четко, ребят. Говоря, поделитесь этим видео обязательно своими друзьями, просто хотя бы в WhatsApp отправьте, там, скажите, о, ребята, там есть крутой видосик, посмотрите. Короче, это будет круто. Да, и можно поиграть с ютуберами и попасть в видосик, да, вот так вот вместе с нами. Опа, ой-ой, ничего себе. Ой-ой, а он что-то пошел за мной. Или за тобой. Или за мной. А, ну слушай, он такой достаточно... Но пока что лайтовый. А у него будут какие-то приспешники его, нет? А, не знаю. Пока что я так и не понял. Да, ребята, кто хочет... Ай-яй-яй-яй. Во, он меня ударил. Кто хочет попасть в видосик, так что пишите, делитесь с друзьями. И, конечно же, ник не забывайте написать. А, да, есть приспешники. Вот они бегут, малые. Тин, да, бегут малые. Да, бегут. Прикольно. То есть, получается, они нас только файтят, да? И мы должны их... У меня Шелли вообще мощняцкая девчонка. Ох, мне... Ой, а что такое? А что он подпрыгнул как-то? А он его... Тара присосала своей штукой. Тара карту кидает. На нее супер. А-а-а. Слушай, крутая вообще битва, если честно. Да, согласен. Потому интересно. Что половину мы уже хелсов ему сняли. Я стараюсь. Слушай, я по 2000 дамага практически ему наношу. О, мне что-то не дамажит. Ого, там друзья пришли. Сейчас я. Да. Я их расслабил. Мне прям неплохо как накатило. Оу, он развернулся. Ко мне, я ему супером. Я супером ему накидал. Четко. Я пытаюсь. Ой-ой-ой, ничего себе. А здесь если погибнуть, то уже не возрождаешься, да, получается? А я не знаю, скорее всего, да. Слушай, на меня боксер идет. Боксер. Так, тут еще один боксер есть. Надо мне поближе. У меня тоже чем ближе, тем мощнее атака, как и у тебя точно так же. Ну еще да, нормально. Боксер. Так, боксерчика. Так, ну-ка, большого робота надо зафайтить. Боксер раскатал. Ух ты, ничего себе. Ай-ай, как больно. Как больно, нет, он мне ударил. Расфайтит, ничего в этом страшного. А, товарищ по команде пал. Да, есть а такое ладно, дело. Стокс пал. Как же так? Ай-яй-яй, ракета в меня. Так, да. У него немного жизни осталось, кстати говоря. Совсем сейчас немножко. Мы его закинем. 45 тысяч, да, всего лишь. Любишь крутые компьютерные игры? Заходи на наш канал Detol Hard Play. Ссылка в описании. Опа, я убежал. Ай-яй-яй, как он тебя докидал-то сильно? Да ладно, 24 ладно, тысячи. Нормально. Так, тут на мне стрелки, боксеры. 5% осталось хелсов. Воу, вот это я пронесся. У него 10 тысяч. 5 тысяч. 3 тысячи. Гей-гей! За 2.24, ребята, мы его зафайтили. И это интересно, было, кстати, это быстро или нет? Испытание уровня обычно пройдено. Отлично. Я не знаю, ребят, напишите, да, за сколько вы файтили. Я так понимаю, что чем быстрее, тем лучше. И это, эти данные, они учитываются в твоем профиле. Прикольно. Очень круто. Царь, у меня сейчас сундучок будет. Да, у меня тоже сундучок, да, тоже. Тара плюс 5 выпало, отлично, очень неплохо. Мифик. Кольт плюс 7. О, кольта можно практически уже апнуть. Супер, круто. Кстати говоря, надо не забывать заходить. Ребята, кто хочет присоединиться к нам в клан, у нас постоянно здесь меняется состав. Смотрите, у нас почти 493 человека. Вот Пандорчик как раз сегодня ветераном сделал. И он почистил наш кланчик. Так, присоединяйтесь. Вот смотрите, тег клуба. Вы видите на экране, так что заходите, присоединяйтесь, а мы, я думаю, что еще разочек с боссом зафайтимся, уже на более сложном, да, получается. Так, погнали. И сейчас единственное, что я в магазин хотел зайти, здесь бесплатный ящик еще один открыть, как же это мне нравится. Конечно же, как без этого. Болл плюс 4, Барли плюс 5, и 5 гемов дали, вот это круто. Ничего себе, сколько у тебя уже гематиков? 12 уже. Круто. Ну что, на сложном уровне, ребят, поехали в бой, поехали. Сегодня у нас бой с боссом, тащим на максимум. С нами наш подписчик, кто хочет к нам присоединиться. Вы знаете, что нужно поделиться с друзьями, поставить лайк и, конечно же, написать свой ник в комментариях. Опа. 300 тысяч у него уже, 300. Да, ой, 300. Ой. Что-то я очень сильно о, подошел. Он уже помощнее, конечно, бьет. Да. Он чувствует. И это. Он пошустрее сам по себе стал. Да.
Так. Хорошо, я ему накинул. Раз, два, три. Я его чуть-чуть выбил из колеи. Он у меня согрелся. 50 уже сняли? Слушай, ну мы быстро снимаем ему, если честно. Ого, но он как ты. Он как бул бегает, представляешь? Да ладно, Ай-ай-ай-ай-ай-ай, зафайтил меня. Друзья. Зафайтил меня, представляешь? Он совсем раскатал. Угу. Очень быстро раскатывает. Страшно. Он 5 атак сразу проводит и все. Сейчас, 11 секунд, я возражусь. Я надеюсь, это никак не повлияет на наше. Главное, чтобы всех надеюсь, он не зафайтил, получается, да? Да, главное, чтобы всех не зафайтил. Тогда мы проиграем. Зафайтил, тогда все будет. О, ребята уже смотрят за нами. Спасибо, ребята, кто смотрит. Ох ты ж, ничего себе, он прям к вам приблизился. Так. О, он еще прибежал. Он меня сейчас добьет. Да ладно, беги, бро. Офигеть. Ай-яй-яй, меня еще кто-то бьет. Тебе боксер бьет. Фух, еле выжил, прикинь. А че он так бегает? Так, я боксер раскатал. Пусть он сюда на центр приходит. Ну, как бы... Только 100 тысяч мы сняли, было 300. Опа, я его спихнул немножко. Он сейчас очень активный стал. И стрелять. Я пока приспешников за файчу. Ничего себе, он ломает. Да, хорош. Я его откинул слегка. Оу, тут дружище какой-то стреляет, стрелок. Так что будьте аккуратней. Да, стрелки есть, боксеры. Ну, такого надо просто зафайтить. Вот так вот, хорошо. Так, слушай, он все поломал осталось. Здесь вообще. 55, 53. Стреляй, стреляй, отходи, беги, беги. Не, мне надо просто вблизи в него стрелять, потому что я вблизи хотя бы по 2000 наношу. Слушай, ничего себе, сейчас нашего друга зафайтят. Оу, стоксик, стоксик, еще... выживай. Так. Да, здесь уже, если честно, Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Здесь уже посложнее. Я его сагрил на себя. Уходи, уходи, уходи. Ай-яй-яй, сагрился на меня. Слушай, как он быстро, он начал так, он стал шустрым, да, шустрым стал. Испытание служит, и правда, как нелегко, если честно. Во, а здесь уже его приспешники стали мощнее, мне кажется. Да-да-да, остался побольше. Ого, ракетами меня попал. 33, ребята, надо справляться, надо тащить. Я пока его приспешников раскатывал. Оу, мне прям неплохо прилетело. О, как он повернулся за мной-то? О, ракета, ракета, ракета. Стреляет, аккуратней. Воу. 27%. Ох, через 20 секунд вернусь. Держитесь, братья мои. На тебя, отстань от меня. Хорош. 67 тысяч у него осталось. Так, иду, я иду, иду. Сток согрел на себя, ух так ты, он будет стрелять. Смотри, сейчас. Какие там уже сильные боксеры вышли. Ого. Сейчас я буду Стоксу помогать, потому что иначе его расфайтят. Да ладно. Еще один пал? Да, Стокс. Вы спал. Оба умерли? Нет, я жив. А, ты жил? Я его по кругу вожу. Все, давай сюда. Я думал, что вы оба. Только там вот этот дружище, он мне не нравится. Ого. Он, видишь, очень неплохо попадает. Так, я пока что босса с собой вожу. Ох, еле-еле. Еле-еле зафайтил этого стрелка, прикинь. Так, я пока что 18%, босса отвлекаю. Давай. Так, неплохо. 14%. Я отвлек. Ого, он даже через ящики файтится. Какой-то маленький гном ко мне прибежал. Гномио. 10%, хорош, ребята, хорош. 10%. Гном ко мне бежит. Отстань, гном. Отстань. Димон. Издалека файтят. А, как он мне попал, блин. Тихо, дружище. Фу. Ребята, 3%, 2%. Давайте, гном. Я гнома агрю на себя. Давай. Чуть-чуть у него. Все, 1%. Да ладно. Да, один выстрел просто. Бой! Победа, ребята! 4.46 сложно мы выдержали. Просто огромные молодцы. Испытание уровня чего-то сложно пройдено. А что дальше, интересно? Будет невозможно? Будет unbelievable, как сложно? Вот это вопрос. Эксперт следующего уровня. Эксперт? Ого! Ну, ребятки, эксперт, это такое интересная вещь, интересная. Но я думаю, пока что мы, наверное, не готовы. Так, ребят, смотрите, напишите, какие у вас, кстати говоря, есть персонажи. Какими... Так, а эту победу за подписку. Да, отлично, ребят. Отлично, Стокс, молодец. Ребят, напишите, кем вы играете, кто у вас любимый персонаж. У нас, в принципе, все по силе видно, хотя он, опять же, ДНК выпадает. Видите, у меня у Пока 6, кстати говоря, ничего себе. Так что... Смотри, какая у Стокса прикольная, кстати говоря. А что это за девчонка? Я не знаю, давайте посмотрим. Это где-то... Это мифик, да, внизу? Надо внизу посмотреть, у меня почему-то нажимаются на персонажей. Это Биби. Это Биби, да-да-да. Это не мифик.
Мифик у нас... Ну, слушай, я ни разу Биби не видел в бою. Что это, интересно, за перс такой? Прикольный. Мифик это, получается, у нас Леон и Ворон, да? И Спайк, вот это мифики. Они золотые, да? Да, я так понимаю, очень тяжело их получить. Да, они крутые. Да, Спайк тоже... А хотя мифики красные должны быть. Легендарные. Пайпер Спайки, очень такая, да, девчонка сильная, которая стреляет за этим одним на максимальной мифические дистанции. Мифические это Мортис и Тара, Толян. Красные да? они. А где да. они, подожди? Внизу. А внизу? Мортис вот такой, я говорю, очень прикольный. И Тара тоже интересный персонаж. Так, Тара у меня Леон, есть. Леон, Ворон и Спайк. А это... где Мортис? А, Мортис, да-да-да, это легендарный, я так понял. Джин, вот у меня есть Джин и Мортис. Джин у тебя есть, получается? У меня Тара есть. У нас нету да. Мортиса. Ворон и Леон и Спайк это легенда, я так понял, золотые, да? Да, золотые легенда. Четко, да. Ну что, ребят, будем заканчивать. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и делитесь этим видео со своими друзьями в соцсетях. А с вами была команда Detol. До новых встреч, новых видео. Пока! Пока! Если хочешь первым смотреть наше видео, подпишись на канал, нажми на колокольчик и будь первым.